Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог, будут прикольные покупки с Wildberries, итак, поехали. Что хочу показать, это клей для ресниц. Я решила взять вот такой, так как клей Faberlic пришел сухой. Вот показываю вам сразу артикул. Вот такой вот клей для ресниц. Сейчас будем их клеить. Уже не терпится. Вот это клей, вот это я понимаю. Быстро, классно. Вторую пошла клеить. Еще какой удобный. Тут кисточка вот такая. Вот видите. То есть формат очень нанесения удобный. Огонь. Слушайте, клей вообще классный, супер. Прохожу весь день, расскажу потом, как что, как держали. Все реснички Faberlic смотрятся, кстати, очень естественно. Да? Мне нравится вообще, здорово. Прям отлично. Еще купаться сегодня поедем. Посмотрю, продержится. Нет, они. Потеряю, блин, где-нибудь. Прикольно. Так, ну что, девчонки, отчитываюсь. Съездились, покупались в обалденное место. Если получится, вставочки сделаю. Просто перестушу нас ногая. Это все будет на Дзене. Вот. Ресницы. Значит, ой, что это у меня тут? Слушайте, клей остался. Клей остался, плохо смылся. Смыло просто уптаном. Сейчас надо мицелляркой пройтись. Видите? Немножко не посмотрела. Сейчас пошла в душ, мыла голову. Думаю, попробую в них ночевать. Но вдруг они долго держатся. Но мыла голову. И вот с одного края прям ресничка отклеилась. Смотрю. И я их легко очень сняла. Просто сняла. Да, после душа. Вот. И все. И положила между двумя дисками с мицелляркой. Сейчас посмотрю, как там отъест, что. И надо по глазкам мицелляркой сейчас пройтись. А так они снялись, видите? После воды... Ну вот оно, видите, отходит. Я там сверху проходилась подводкой. И клей в подводке, видите. Так что, в принципе, на день прекрасно. Клей зачетный. Мы купались, мы отдыхали, ничего не отвалилось. Как бы все в этом плане отлично. Девчонки, еще на Wildberries вот такой вот корсет утягивающий. Уже в Telegram девчонкам показывала. С целью... Ну, похудение, может быть, да, наносить что-то под него и ходить. И с целью больше после родов вот органы на место поставить и... животик убрать. Хороший. 488 рублей он стоил. Артикул вам сразу показываю. Смотрите. Так, вот. 3XL взяла. Посмотрела по размерной сетке. Это 52-54. Можно было брать меньше. Просто там отзывы на Wildberries были, что маломерит. Нет, нифига не маломерит, девчонки. Я бы хотела на размер меньше. На самом деле, но пока ладно. С такой утяжечкой тоже ношу на последний. Застегиваю отдел. И смотрите, тут какой еще запас крючочков. Вот видите, сколько еще рядов. Он очень хорошо тянется. Он очень прям хорошо тянется, хорошо утягивает. Он в дырочку, то есть он дышащий. В нем не будет жарко, если вы не хотите, наоборот, создавать эффект сауны. Здесь такие твердые вставки. Раз, два, три, четыре. Их четыре. Он не заворачивается. Мне понравилось. Вот два дня уже ношу. Он не заворачивается. Все супер, прям здорово. Ношу на ежедневной основе. Мне понравился. Можно было на размер меньше, но ничего, пока такой поношу. Посмотрю, может быть, его можно будет как-то немножечко так потом ушить. Вот тут вот, не знаю, но это неудобно будет. Посмотрю, в общем, или новый закажу. 488 рублей, пока он недорого. Это уже не на Wildberries, это вчера. Камера делает вам его голубым, он бирюзовый. Купальник купила себе раздельный. Я при переезде, девчонки, потеряла все купальники свои раздельные. У меня единственный купальник сейчас, который от Faberlic слитный, и все. Вчера зашла в магазин, вот 1400, правда, цены на них сейчас вообще катастрофические. Он бирюзовый, он такой вот красивенький. Я не знаю, вот эта штука. Это брошка, ее можно отколоть, да, если что. Но она тут в тему. Классный, красивый такой купальничек с черным. Завязывается он на шейку. Я не люблю, когда лифом купальники. Очень не люблю. О, 1450 написано. 52 размер. Так. И вот такие вот трусики. Хорошо сидят. Вытягивают. Черненькие. С голубыми завязками. Ну, обычные такие плавочки. Мне в целом идея очень понравилась. Они были разных расцветок. Но он бирюзовый, девчонки. Камера вам его почему-то голубым делает. Красиво, симпатично. Даже сейчас активно ездим купаться, отдыхать. В Дзене, девчонки, кто подписан, видит. Я там стараюсь все по максимуму выкладывать. Прям в магазине сказали, новая коллекция, девчонки, новая коллекция прямиком из Китая. Так, дальше покупочки. Многие спрашивали, что это у нас за такая игрушка-приколюшка. Это, девчонки, мини-кайой. Я вам сейчас все расскажу. У нас и посуда от этого бренда. Посмотрите, какая прелесть. Это соска, силиконовая соска. Такая вот мягенькая, вместе с игрушкой для малыша. Кто беременяшки, у кого малыш, прям смотрите внимательно. Смотрите.
Смотрите, какая прелесть. Вы знаете, как Крестюшка ее любит? Она просто ее обожает. Она здесь, кстати, хорошо приделана. То есть ребенок не отгрызет, не оторвет. Как бы все нормально. Хорошо приделано. Это пищевой у нас с вами силикон. Вот название бренда Миникойой, да? Мы на Озон заказывали. Мы заказывали на Озон, но именно этот бренд, он в России появился недавно, отзывов мало. Но мне так понравилась сама задумка. Я жалею, что не посмотрела, когда Крестюшка была еще помладше. Потому что, ну, это вообще тема. Представляете, ребеночек, он держит эту милую игрушечку в руках и в то же время сосет сосочку, когда прорезываются зубки, интенсивно ее грызет. То есть это настолько удобно. Он играет и занимается. Не всякую гадость в рот тащит, да, а у него есть вот такая вот штука. Можно постирать как бы без проблем, все нормально, все отлично. Это бренд силиконовой посуды детской, которая производится в Турции, да? И силикон достаточно качественный. Я сейчас покажу вам и посуду. Крестюшка очень любит кушать из нее. Это пока ее любимая посуда. Она самостоятельно просит из нее покушать. Ей нравится. Поэтому почему бы нет? Мы заказали все в одном стиле. Мне очень нравится такой вот мятный цвет. Сейчас вам все расскажу. Мы уже тоже в Телеграм спалили нашу посуду и попросили рассказать поподробнее. Стопроцентный пищевой силикон. Очень мягенький, очень классный. И мы в этой посуде даже греем в микроволновке. Вот супчик я могу в этой кружечке и разогреть. Или вот в этой. Посмотрите, какая задумка тарелок прикольная. Такие вот расцветки стильные еще. Я прям даже не знала, какую заказать. Для девочки, для мальчика, вообще любой. Они действительно стильные. Тарелочка сборная. Смотрите, как здорово. И она с присосками. У каждого отдела есть присоска. То есть, если мы подаем вот так большую тарелочку, я люблю ей фруктики нарезать там сюда, сюда там еще что-то, яичко вареное положить. И супчик из нее удобно кушать. Она, потому что такая достаточно глубокая у нас с вами, да. Можно мыть в посудомойке, ничего с ней не случается абсолютно. Кроме там, по-моему, на сайте указывают и на зон ложечки. У них ложечки с деревянной ручкой, вот их нельзя мыть, да, а все остальное можно. Не впитывает запахи, абсолютно никак не пахнет, даже когда пришла, мы доставали из упаковки, я вам упаковку, кстати, покажу, специально сохранила. Абсолютно ничем не пахнет, когда новое, и абсолютно ничем не пахнет, не впитывает запахи еды, впоследствии в использовании. Можно вот так вот взять один отдел, ребеночку поставить на стол, прилепить, фиксируется очень хорошо. У меня здесь хоть и клеенка, но все равно даже на нее липнет, а на детский стульчик вообще липнет изумительно. Не двигается, все, даешь ребенку в руки ложку, ребенок кушает самостоятельно, очень здорово. И мы уже пьем из стаканчика, мы уже умеем, поэтому, конечно, взяла ей силиконовый, естественно, потому что все другие у нее летят потом из рук, она попила, может так швырнуть и все. А здесь как бы все отлично. Никаких острых краев, ничего, ребенок не поранится, не порежется. Попил, уронил, и с посудой тоже ничего не случилось. Долговечное, все прекрасно. Прям мне безумно нравится, как здорово, что сейчас есть такая посуда для детей. Посуда имеет сертификат в России и ЕС, поэтому все отлично, все нормально, все безопасно. И у нас как раз мы начали приучать Крестюшку самостоятельно кушать, потому что я все до этого, знаете, побаивалась. Даешь ребенку ложку, вилку, и потом все в еде, и это оттирать, но все-таки рано или поздно этот момент должен наступить. Я хочу сказать, если вы тоже начинаете кормить ребенка, позволять ему кушать самостоятельно, это прям вот вообще самый лучший вариант. Но игруха это вообще что-то с чем-то, тоже есть разных расцветок. Она как и новорожденному подходит. Здесь размер сосочки небольшой, да, то есть он достаточно такой универсальный, так и детям постарше подходит. У меня Крис сейчас вообще в диком восторге. Мне кажется, она с ней будет спать теперь день и ночь. И соски все свои выбросит. О, кстати, идея отучить от соски. С вот этой игрушкой надо попробовать. Обязательно потом расскажу вам о результатах. Чтобы ребенок палец не сосал, гадость всякую в рот не брал. Вещь вообще. Вот эта вещь. Вот прям огромная благодарность, что такие вещи делаете. Игрушка очень легкая. Она очень-очень легкая. То есть ребенку из нее пить действительно комфортно. Она легкая, она берет ее в ручки, ей не тяжело. Все, она прям вот как пушинка, я бы даже сказала. Цвет вообще огонь. Будем фоточки делать красивые. Буду вам в Телеграм выкладывать и в Дзене тоже делиться, как мы кушаем из нее. Кстати, упаковка, чтобы вы понимали, как выглядит бренд, да, Миникойой, вот. Мы все это заказывали на Озон, они на Вайлдберрис тоже есть. Ссылку я вам на Озон оставлю обязательно. Будете заказывать. Сертификаты, все здесь есть, все прилагается. Здорово. Тарелочки липнут к столу. То есть мы с вами прилепили. Можем две в этой стороне прилепить, одну в этой, чтобы ей там удобно было тянуться. Можем вот так прилепить. И все. И они надежно зафиксированы, они никуда не уедут. Ребенок сидит, кушает. Можем. Ух! Одну прилепить, если что-то, мы там у нас какой-то перекус, да, вот поудобнее, допустим, вот так ребенку поставить, вот так, ну, смотря какой у вас стол. Все, прилепили, ребенок никуда тарелку не оторвал, вот это вообще я очень люблю и ценю. Показываю покупочки, а потом мы с вами будем тестировать накладные ресницы старые от Faberlic. Я вам подробно покажу, как клеить уже с вот этим клеем с Wildberries. В целом, мне он понравился, никаких нареканий нет к нему.
Поэтому почему бы нет, на день вот так вот это. Девчонки сказали, им нравятся мои ресницы больше. Мне, честно говоря, тоже нравятся больше. Нет, ресницы Фаберлик тоже крутые. На самом деле, вот так побаловаться взять. А те еще погуще, которые мы с вами не пробовали. Так, ладно, к покупкам. Девчонки, я заказала пилки. Для чего мне нужны пилки? Я маникюр себе не делаю, делаю в салоне. Но у меня часто сохнет кутикула, причем сильно. Я всегда ее опиливаю жесткими пилками. Тоже артикул вам сразу показываю. А почему показываю? Я вам просто так обо что не показываю. Я показываю либо что-то конкретно крутое, либо еще что-то. Вот это вот стоило 200 с чем-то рублей. Я думала, там набор пилочек, если честно. Я подробно не смотрела. Я посмотрела, что там моя любимая пилка, которая Опи по жесткости меня прям устраивает и служит очень долго. И все. И мне этого было достаточно, потому что она одна в маникюрных салонах. Эта пилка стоит 200 с чем-то рублей. А тут у нас, короче, две пилки вот таких разной жесткости. И две вот таких. У меня одну свекровь уже забрала. Говорю, это забирай. Мне столько пилок ни к чему. Бафик. Вот такой вот еще тоже жесткий достаточно. И мы с Ксюшей открыли. Прям на улице аж маникюр начали делать. Обалдели здесь. А, смотрите, какой классный. Удобный. Тоже Опи. Алоэ гель получается, да? Для кутикулы. Вы представляете? Я не ожидала просто, что в наборе за 200 с чем-то рублей все это будет. И он такой удобный, классный, мне так понравилось. Смотрите, надо будет попробовать потом его вскрыть, когда он закончится, попробовать сюда переливать. То есть здесь вот такая вот кисточка, которая очень удобна. Обрабатывать кутикулу после маникюра. Я вот когда ее опилю, она примет божеский вид, потом вот этим вот обрабатываю. Вообще классно. А потом, когда кисточка сохнет, мы вот так вот крутим, она щелкает тут. Вот так. И он еще выдавливается. А еще, девчонки, сейчас бывает распродажа на шапку. За 70 рублей урвала шапку. Я не знаю пока кому, она и Кристюше, и Ксюше подходит. Тоже на Вайберес. Там иногда прям можно найти что-то такое дешевое. Вот показываю артикул. Не знаю, есть они сейчас или нет. Это я в какой-то группе увидела, выкладывали. Это тоже вот эти скидки всякие. Обычная такая вот шапка. И все, никаких прибамбасов. Просто обычная шапка, ее можно и развернуть. А можно подвернуть поменьше. В общем, она и Ксюхе подходит. Но совсем развернуть не очень красиво, потому что здесь у нас какой-то шов. Ну, девочки, 70 рублей. 70 рублей вот такая вот шапень. Так, ну вот и все пока мои покупки. Показала вам с маркетплейсов. Приступать будем к ресничкам. Мы уже колпачок заиграли. Забыла вам показать, что, оказывается, у Грушки-то есть. Оказывается, что он у нее есть. Колпачок. Ее можно брать с собой. Куда угодно. В дорогу еще куда-то. Хоп, закрыли. Все, надежно закрыто. Хоп, открыли. То есть, как у любой соски, здесь у нас с вами есть крышечка, да? Классно. Какие расцветочки бывают. Вот наша. Смотрите, какие они такие пастельные, классные, красивые. Вот это наше сочетание. Можно такое, 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 такое. Здорово вообще. И посудка, кстати, разная есть. Там глубокие чашечки, ложечки. Что, девчонки, сейчас будем с вами делать легкий летний макияж и клеить ресницы другие. С чего начнем? Так, тени. У меня палеточка Evelyn Essence Rose. Вот она. Я беру тут один оттеночек. Мне нравится. Нижнее веко им подвожу. Вот этот. Вот он. Вот этот. Вторые ресницы, они как-то пообъемней. И посмотрим, как они будут смотреться на накрашенных уже глазах. Будем тушью глаза красить. Глаза тушью. Ресницы. Так, вот таким образом эту тушью. Такой. Не знаю, какой девчонки. Какой-то коричневый. Сиреневый. Макияж будет легкий, летний, быстрый, прям вообще. И тени вам покажу, про которые вы спрашиваете в последнее время, что у меня на глазах. Сейчас на все вопросы сразу ответим с вами. Так. Все, нижний век забери. Теперь тени. Что это у вас так блестит? Что это у вас за золото на глазах? Было много комментариев, девчонки. Это из It's Clear. Новинка недавняя в артикуле 5876, которые не шиммерные, а вот эти. Вот их прям сейчас на лето с удовольствием использую. Пушистой кисточкой такой прям Фаберлик набираю без базы, потому что уж не хочется летом совсем утяжелять глазки. Вот. Они классно сияют. У них такой оттенок. Они и не рыжие, не желтые такие, и не сильно светлые. Вот сюда немножко на нижнее веко заходим. Прям по кругу. Все. И все. Красота. Глазки сияют. Все отлично. Кожа у меня уже подготовлена. СПФ нанесен. Жара жуткая. Поэтому, естественно, блещу. Пигментация моя цветет. Я уже как-то и успокоилась. Но есть и есть. Зимой кислотами уберем. Вот. Все. Теперь небольшую стрелочку сделаем. Знаете, чем? Каялом Фаберликова уже нету. Это древняя история. Коричневая. 54-36. Прям немножечко так тоненькую подведем с вами.
Готово. Каял вообще этот вещь крутая. Жалко, что его сняли. Новые карандаши, они не такие. Теперь тушь-фест класс. Его удобно, очень быстро можно навеки подправить. И все. Тушь-фест класс коричневый оттенок. Артикул 5372. Уже много месяцев я пользуюсь только ей. Кто не пробовал, прям рекомендую. Но я могу отвечать за качество только коричневого, потому что были отзывы, что черная не айс. Вот смотрите. Один слой слегка прям дотронулась. И нижние реснички прокрасим. Кстати, я когда сняла ресницы, вам рассказывала, да, и потом положила их между ватными дисками, с мицеллярной водой хорошо пропитанные ватные диски были, да, а клей так и остался. Клей так и остался, и пришлось потом, я потом пенка, еще у меня нет двухваски, надо все-таки, наверное, двухваску или гидрофильное масло купить, чтобы ресницы очищать, потому что с века все снялось как бы элементарно, а вот с ресничек нет, и пришлось немножко потом поскребсти ноготочком по ресницам и поочищать их от клея, да, вот эту саму ленту, которая к веку прикладывается, клеится, да, поскрести немножко. Но все отошло хорошо, как бы без проблем, и с учетом того, что я скребла по ресницам, они остались в неизменном прежнем виде, ничего с ними не случилось, не отвалились нигде, ни одна ресничка из них не выпала. Поэтому пока вот именно качеством ресниц я очень довольна. И все, кто меня видел, говорят прям натуральненько и очень круто. Вот. Так что вот так, девочки. Так, все, я сильно, наверное, не буду в два слоя красить. Пусть так и остается. Сейчас будем прикладывать реснички, тоже их стричь. Могу немножко еще консилера нанести на пигментные пятна. Но это прям уже у нас с вами почти вечерний макияж будет. Пальчиком вот так. Потому что тональные средства однозначно я летом не использую и не собираюсь. Вот так он сейчас схватится, да, и будет красота. Так, ресницы берем. Мы с вами теперь, знаете, какие будем? Артикул 8754. Вот эти я их уже вскрыла. Достаем. Они такие, они попушистей. Но они тоже очень естественно смотрятся. По крайней мере, в коробке сейчас посмотрим на глазку. Так, отлепляем. И пробуем, примеряем. Лучше это, конечно, пинцетиком делать удобней. Будем отстригать лишнее. Потому что мне можно не отстригать. Вот первые мы с вами чуть-чуть отстригали, а эти можно, в принципе, не отстригать. Да? Не будем? Давайте не будем. Так, где наш клей? Вот наш клей. Сейчас покажу как раз удобство его использования. Вот. Открываем. И наносим. Удобно, очень удобно наносить. Сейчас я буду делать аккуратно уже. Не хочу ничего заляпать. Он сначала такой белесый, видите, он даже какой-то, не знаю, как люминесцентный. Как будто светится в темноте. Не в темноте, даже при свете. Вообще, видно хорошо, куда вы нанесли клей. Я надеюсь, у нас все с вами сейчас хорошо приклеится. Прямо вот на эту ленточку. Сами ресницы не трогаем. Не ляпаем. Он какой-то сиреневый становится, когда наносишь. Видите, он какой-то вот прям сиреневенький такой. Как следует, особенно края промазываем. Даем ему буквально 30 секунд. Красотка. И приклеиваем. Так. Ой, как хорошо. Девочки, в камеру не очень удобно смотреть. Ой, как хорошо приклеилось. Чуть-чуть подправим. Так. Ой, как здорово. Я обратной стороной пинцетика вот так прижимаю. Тут с этой стороны. Так. Клейся. Ага. И тут не очень хорошо клеится. Сейчас схватится. В принципе, все это дело занимает несколько минут. Главное ровненько хорошо приложить и все. Ой, как здорово. Смотрите, вообще, естественно, тоже смотрится.
Если у вас нехорошо не приклеились, уже отдирать не хотите, то проплешины между своими ресницами и накладными можно замазать подводкой черной или коричневой жидкой. Но у меня, мне кажется, получилось идеально. Вторую ресничку по образу и подобию. И вторая легла идеально. Ой, какая красота, девочки, просто огонь. Просто огонь. Разве видно, что они приклеены? Вообще не видно. Это как два слоя туши First Class. Зато густенькие такие, хорошенькие, как бы. Все отлично. Красота. Мне кажется, даже вот эти вот как-то что ли. Ну или просто мы с вами в тот раз не красили ресницы. Представляете, если сейчас еще их накрасить вместе со своими вторым слоем вообще будет. Но нам такого эффекта не надо. Мы за естественность. Очень здорово все приклеилось. Вообще отличненько, супер. В этот раз прям красота. Так, все на месте. Проверяю. Ну да, все на месте. Все приклеено. Все хорошо. Так, теперь растушуем наш с вами консилер. Нанесем красивую помадку 458. Лиловая. Зачем я так делаю губы? Потому что хочу. Были такие комментарии просто. Все. Красота, страшная сила. Посмотрите, какие они естественные. Они не мешаются, то есть я их не чувствую. Если вы клей нанесли нормально, не заехали на ресницы никуда, не возюкали их по веку туда-сюда, то вы не будете ничего ощущать. То есть вообще все как родные, как влитые. Ну здорово же, здорово. Хлопай ресничками, взлетай. Такие классные, слушайте. Мне прям очень нравится. Я не буду, конечно, на ежедневной основе это использовать, ясное дело, но иногда почему бы нет. Вообще очень-очень-очень здорово. Да? Если вопросы по ресницам остались, обязательно пишите, и поклею, и так далее. В принципе, все вам рассказала. На этом ролик буду заканчивать. Ссылочки на посуду мини-кайо я оставляю под видео, да, и на игрушечку. Ну, вот эта классная, кстати, Костюшка сейчас с ней засыпает, обнимает и ходит, и ей так нравится вообще. Это что-то. То есть можно погрызть, особенно когда зубы лезут, это вообще вещь. Ссылки все под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь с ассортиментом. Надеюсь, ролик был вам интересен, полезен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.